На 38-м километре Московского тракта около Первоуральска и 10 часов утра закончилась земная жизнь нашей 44-летней землячки Екатеринбурженки, которая с утра пораньше на своем «Опеле Корса» поехала из Екатеринбурга в Пермь и не доехала. Беда подстерегла ее под Первоуральском. На скользкой трассе женщина не справилась со скоростью, «Опель» закрутила и выбросила на чужую, где в этот момент волею небес катился тойотовский бездорожник RAV4, пилотируемый 55-летним жителем Ривды. Как видно по картинке, «Опель» залетел под более тяжелый болид правой стороной. И хотя «Корса» является леворульным автомобилем, силы удара в правую дверь хватило, чтобы пилотка, сидевшая слева, погибла, не дожидаясь визита крестоносцев на карете. Водитель автомашины «Опель» двигаясь со стороны города Екатеринбург в сторону города Пермь, не учел скорость конкретным дорожным условиям, не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной Toyota RAV4. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины «Опель» скончался до прибытия скорой медицинской помощи.